Здесь рыбы нет. Всем доброе утро. 9 утра, я на рыбалке. Как-то мне надоело уже ловить судака, точнее не ловить его, а ходить на него. Сегодня выбрался половить окушка, постараться половить, потому что погода стоит очень изменчивая, такая переменчивая. Сейчас солнце вроде как, безветрие, ночью был ураган, вот град шел, вот такой вот крупный. То есть погода просто каждый день разная, то снег, то град, то дождь, ветер, штиль. Вода очень высокая для этого времени года. Обычно на метр точно ниже. Я в прошлом году ходил в ноябре, тут просто... Ну, метр точно был меньше. Прицел сегодня окунек, поколоть окунька. В прошлые разы не получалось вообще ничего. Там один, два окунька, три мелкого. Посмотрим, как будет сегодня. Ловим на джиг и джиг-риг. Если будет совсем-совсем вяло, то перейду на дропшот. Посмотрим, что будет. Reigns Bubbling Shaker. Головочка 5 граммов. Поехали. Кстати, по палочке. Я преждевременно, в принципе, делал выводы какие-то о ней после первых рыбалок. Тест палочки указан у меня 1.12. Но это, конечно, маркетинговый ход. Тут реально, реально, при шнуре где-то 6 либров тест будет, ну от 5, от 6 граммов до 12. То есть нижний тест, я считаю, неверный. А верхний, да, все окей. Больше нагружать не стоит палку. Ну, максимум на грамм, на 2, и то на свой страх и риск. А вот нижний тест, там реально начинается от 5-6 граммов, на мой взгляд. При шнуре 6 либров и при нормальной погоде, как сейчас, скажем. С крэнками палочка офигенная будет. С мелкими крэнками под окунька, под голавлика. 4-5 сантиметров. С не очень упористыми. А так палочка, в принципе, палочка меня радует. Я доволен. То есть свое мнение я не изменил. Есть, конечно, огрехи кое-какие. Вот где-то было у меня. Здесь я замазал уже лаком. Просто тупо треснул лак. Немножечко отколупался. Ну, я его лаком заделал другим. А так, за эти деньги, в принципе, палочка только радует. Очень удобный катушкодержатель. Многие могут жаловаться, что он холодный, что руки мерзнут. Как-то пофиг, честно говоря. Колечки, да, не идеально примотаны верхние. То есть небольшой скос есть. Сейчас достану, покажу. Но опять-таки мы говорим о палке за 70 евро. Хотя цена, конечно, поменьше может быть. Вот немножко отклонение. И вот это колечко еще. Немножко кривовато там. Сейчас показывать неудобно. А так палочка доволен, в принципе. У меня была дилемма, брать Bluebird новый или эту палочку нашего местного спортсмена, профессионала. Ну, взял эту, не жалею. Поэтому, если что, там есть другие весовые ряды, скажем так. До 5 граммов, там до 35 вроде как. Эти я не пробовал. За них ничего говорить не буду. Но вот именно эта палка с 1 до 12, как бы, в принципе, и судачка мелкого тянет. И на окунька нормально будет, на голавлика. В общем, так вот. Ловим, пока тишина. Перешел на другую сторону. Там уже половил, здесь уже
минут 5 половил. Дропшот тоже молчит. Ставил разные расстояния от грузила до крючка. Полметра, 20 сантиметров. Тишина полнейшая. Попробую джикрик еще. Упираюсь. Пока не сдаемся еще. Ловим. Да не может быть. С почином, ребят. Прямо около берега. На паузе. Красавчик. Лови, родной. Пошел. Давай. Не в ту сторону. А он не хочет. Кто-то есть. И он живой. Судак, наверное. Ну да. А не, окунь хороший. Мося. Мося сделала свое дело. Мося, 2 дюйма. Классика. Джик. Подведем итог. Рыбалку закончил. Рыбалка сегодня была очень непростая. Трудовая, как говорится. Иллюзий у меня не было. Я понимал, что сегодня вряд ли будет окуневая эльдорадо, жор окуня. Водичка остывает, уже кое-где лед на воде. Сегодня ночью была буря с градом, с ветром. Температура сейчас около минус 2. Ночью, наверное, пятерка была. Холодно. Рыбка потихонечку уходит в отказ. Поймали 2 хуньков, уже хорошо. Зачет какой-то есть. Да и, в принципе, сегодня цель была рыбалки не наловить, а просто нормально провести время. Первый окунь взял чисто на паузе, когда приманка лежала на дне. То есть по классике. 2 оборота пауза. Приманка падает на дно. Я выжидаю секунд 5. И он поднимает со дна ее. И подматываешь, уже сидит. Второй окунь, та же ситуация. На мосю 2 дюйма. 2 оборота, 3 пауза. Приманка на дне. И он со дна берет. Выматываешь. Начинает ходить. Рыба есть. Так что вот так вот. Больше ловить смысла не вижу. Половил сегодня ровно 3 часа. Немножечко зуд снял, галочку поставил. На этом спасибо. Вам спасибо, что смотрите. До новых встреч. Надеюсь, еще рыбалки будут, пока лед не встал. Пока.